Меня зовут Бригитта Хессман, я ученый-планетолог в космическом центре НАСА «Годдард». Я изучаю бури на Сатурне. Большое белое пятно – ураган, который появляется на Сатурне каждый сатурнианский год. В декабре 2010 года оно сначала появилось как туманное облачко в северном полушарии планеты. Затем ураган начал извергать большие волны вверх, в стратосферу. И мы неожиданно для себя увидели такие эффекты, как увеличение количества этилена. В следующие дни ветра Сатурна разорвали ураган по обоим направлениям и скрутили его вокруг всей планеты. Если представить подобный ураган на Земле, у вас получится циклон размером со всю Северную Америку, который оборачивает собой всю планету. От такого урагана не убежишь, а длится он очень долго. Это большое белое пятно появилось на 10 лет раньше, чем мы предполагали, что стало большой удачей, поскольку у нас в это время на орбите Сатурна находится аппарат Кассини, у которого полный комплект приборов, что дает нам возможность изучать это явление на всех длинах волн. Некоторые из видимых нами эффектов – вот эти два ярких светящихся пятна маяка, которые появились сразу после начала урагана в декабре. Сначала разница температур пятен достигала 20 Кельвин, что вполне нормально для урагана, но с течением времени она увеличилась. К маю 2011 года оба пятна слились в одно, и мы увидели изменение температуры больше 80 Кельвин относительно слоев спокойной атмосферы до начала урагана. Итак, мы проходим от самой холодной зимы в Фэрбэнксе, Аляска, до самой высокой температуры летом в пустыне Мохаве, и все это в одном единственном урагане. Можете себе представить, что мы чувствовали? У нас еще никогда не было возможности изучать ураган такой величины в инфракрасном диапазоне. И нам очень повезло, что в это время у нас на орбите Сатурна оказался космический аппарат, который позволил нам зафиксировать исторический рекорд большого белого пятна.